Все, Феня, все. Слышь, тебе говорю, все. Все так все. Всю нашу жизнь ты развеял, Авдей. Как ветер шальной, все наши 20 лет. Когда ты только угомонишься? Ну, иди. Там, пойди, ждут тебя, не дождутся. Угадала. Рубашку чистую надень. Мам, что это у вас тут? Ты что, мам? Куда это он? Скоро узнаешь. Зачем я раскачала золотую люлечку? Ах, зачем я полюбила занятого Юрочку? Замолчи. Исключительно. Что натворил сынок-то ваш? Нет, с вашей деревни не соскучишься. Только осень наступит, все, свадьба, свадьба исключительно. Это ж надо, сынок, папаш чуть трактором не переехал. Тут если 15 сутками обойдется, это ж хорошо будет. Моя-то красота. То есть? Только без этого. Без этого. Дело серьезное. Идите, товарищ Угрюмов. Идите, разберемся. Я же вам сказал, идите, товарищ Угрюмов. Идите. Разберемся. Ну и напахали. Верно сказано, заставь дурака Богу молиться. Вот полюбуйтесь, пахари. Хорошей пшенички здесь у вас вырастет. Тебе-то, Филипп, стыдно, не первый день на тракторе. Чего молчишь, Аника, воин? Да в горячах он, ты вчерашнего. На горячих воду возит, а вам земля доверена, ее беречь надо. В ней все ваше богатство, не только ваше, детей ваших, внуков, правнуков. Это-то вам ясно? Да ясно, деда, ясно.
Мы перепашем, Леонтий Сидорович. Завтра утречком и начнем. И не завтра, а сегодня. Пока не перепашьте, домой не появляйтесь. Так их, товарищ председатель. Я им говорила. Цыц ты. А ты не цыкай. Девчата, возьмите их в обучение. Давно мечтаем. Если Таня разрешит. Леонтий Сидорович, вам уже часа два звонят из района. Поезжайте, Леонтий Сидорович, а мы с ребятами останемся. Люсь, гармонь. Федосия Леонтьевна вернулась. Все штрафом обошлось. Спасибо, Даня. Вечером поговорим. С неба звездочка упала на мою ребеночку. Никому не уступлю своего миллионочка. Ля-л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 я
Будь это поединок чемпионата страны или Кубка Советского Союза. Не стал исключением и сегодняшний поединок. И тбилисцы, и москвичи с первых минут предложили высокий темп. Если бы команды использовали все моменты, то счет был бы значительно больше. Правда, надо отдать должное вратарям обеих команд. Они не раз выручали свои коллективы из трудного положения. Да, до конца встречи остается 5 минут. А счет по-прежнему ничейный. 1-1. Кто же победит сегодня? Динамовцы. Хватит глаза ломать-то. Ой, дыму-то. Надён, иди ужинать. Все готово. Флангом. Они обыгрывают полузащитников, следует передача направо. Опасное положение. Гол! Посмотрите еще раз, как это было. Вот так, за 4 минуты до конца встречи, тбилисские динамовцы вышли вперед в счете 2-1. Ужинать? Теперь москвичи всей командой бросаются. Видишь, тетя, как старается? Но подожди, Надя, дай досмотреть. Да плюнь ты на эту передачу. Видимо, все-таки победят сегодня южане. Послушай, Авдей, есть у меня план. Все планируешь? А ты слушай, слушай. Почти каждый день то меня, то тебя вызывают в район на разные активы пленум. А у председателя ведь не каждый раз машина допросится. Mm-hmm. Вот я и решила, свою машину надо покупать. Mm-hmm. Да-да. Вон люди-то, запорожцы имеют, москвичи. Некоторые на «Жигулях» катаются. Только мы одни бесколесные. Ну, если мне понадобится в район, так я и на грузовике слетаю. На грузовике? Я хочу, чтобы ты на легковушке катался. А ты, Езитек, слушай. По финансам она любому сточку вперед даст. Не зря бухгалтерский курс скончал. В общем, считай, если не «Волга», то москвич стоит у тебя во дворе. Можешь строить гараж. Цемент, шифер, кирпич я уже загодя купила. А что у тебя за план-то? Тетя, дайте-ка вчерашнюю газету. Вот, читай. Ну и что? Люди приобрели один лотерейный билет и выиграли москвича. Ну? А если их приобрести штук 800? Да номер к номеру. Ну? Да ты что, не понимаешь, что ли? А, вон что ты придумала. Да. Господи, аж стены трясут. Чего встал? Минь перекур объявил! Никаких перекуров! Маманя знать удался.
что, очумела, что ли? Говорят, тыниться вздумал. На Тане. А если я ее люблю? Люблю. Да что ты знаешь про любовь-то? Вырастешь, узнаешь, что это такое. Молчишь-то. Кукареку. Ну дай поспать. Я тебе кукарек. Я тебе посплю. Дай спать. Ну, на тебя. Девочки, подъем. Финюха, обожди-ка малость, покалякать надо. Что случилось? А ничего, парень-то твой влюбил девчонку в себя, цель ставил, а теперь рыло воротит. Ха, да как это все у вас беззаботно. Мне ж так порядочный парень поступает, ведь мать ему. Да что ж я могу, Тоня, время у них такое, чтобы влюбляться. Вон, погляди. Убегай с дороги, тетя! Кому хахи, а кому охи? Ну вот что, бригадирша. Если что, я ведь ни перед чем не постою. Да брось ты, Тоня. А я тебе сказала. Ой, не знаю. Феня! Господи, не как Мария Соловьева объявилась. Финюха, подруга моя золотая. Вот, радость нежданная. Маш, да ты откуда взялась? Небось, в отпуск прикатила. Не, ну совсем не бабы, совсем приехал. Примите. Что да, не больно вы возвращаетесь из городов на родимое наше. Нет, Феня, все сыта по горло. Стеша, здравствуй. Здравствуй, Мария. О, Господи, сколько же мы не виделись-то. Ну и но. Слышу сквозь сон голос знакомый. Думаю, быть того не может. Снится мне юность моя. С приездом, Марья Сергеевна. Спасибо, Тихон. Я ж зянки бесстыжие вытращил. Пойди умойся, смотри, на кого ты похож. И грянул гром среди ясного неба, и земля под ним закачалась. Вот балабол, а. Гляди, Марина, пивунь-то мою. Или не признала? Здрасте, тетя Маша. Нин, да неужто это ты? Ведь я тебя еще девчушкой помню. Сколько раз на машине катала. Да не помолодели мы за эти годы, бабоньки. Нет, не помолодели. Они вот уже про любовь мечтают. Да ладно вам, мам, тоже скажете. Завтракать с нами, Мария. Спасибо, Стеш. Ты на тракторе, а я всю баранку крутила по дорогам. Вот и нарвалась, на заправочной встретились. Орел. Закрутила, помнится, не успела. Города, курорт, компании. Потом очухалась. Часовые рядом, и я. Далее, может, 12 лет, и я чуть не села за компанию. Моя ты красота. Вот тогда и поумнела, хоть и не сладко пришлось. Потом завербовалась.
4 года на стройке отработала. В эту весну так домой потянула, так потянула, хоть ты бой. Долго не отпускали, уговаривали. Вот, опять я на тех дорогах. Только жизнь позади. Обойдется, Маша. Ты еще молодая, поживешь. На паленом дереве лис заиграет. Ты все такая же. Какая? Сильная, ничего тебе не берет. Жить надо, Маша, никуда не денешься. Все-таки любишь его, сказала. Разве это то слово? Только хватит. И так людей посмешили досыта. То одна, то другая. И сын жених не помеха. О Филиппе думать да думать надо. Человек растет, пускай живет не по-нашему. Опять мимо. Ничего, тетя, сойдется. Вот эти проверяйте. А ты не спеши. Не то собьемся, в конец запутаемся. Прошмыгнула. Прошмыгнула. Рядышком прошмыгнула. Авдей, ты что? А что? Иди помоги нам. Сами управитесь. Надён, гляди. Часы, полет мужские, в золоченном корпусе. На одну циферку прошмыгнули. Ну и зачем они нам? Вот эти проверяйте. Сошлось. А что там? Да рубль. Опять сошлось. Опять закружил по деревне. Мне белая вьюга уронит в ладони перо с крыла, и ветры заплачут над снежным. Здравствуйте, Евгений Петрович. Здравствуйте. Сугробы настелит и в окна ломится на... Молодожен, пошли в клуб. Артисты приехали. Ему теперь не до артисток. Наденка весь свет затмела. Тебе бы только по радио выступать. Из дальних странствий к нам возвратилась вновь. Словно девчонки в платьях бальных яблони вышли в ночь. Вот и опять они нарядны, верят они, что счастье рядом, снова надеждой сердца их полны. И не зима в просторах наших леса крылами машет, белая лебедь, подруга весны. И льдины растают, и высушит ветер следы бурги, и снова разбудят меня на рассвете весны шаги. И песни повадятся бегать от окон к речной косе, и вымахнут травы, и звезды промокнут в росе. Дед меня до сих пор пилит за ту пахоту. Того не знает, что без полей, лесов, речки наши для меня и жизни-то нет. Ты знаешь, Тань, иной раз пашу, а самому хочется взлететь высоко-высоко и крикнуть на весь свет. Здорово, земля! Сумасшедший. А я и есть сумасшедший. Вернусь из армии, сразу поженимся. Будешь меня ждать? Буду. Ой, никак, Авдей Петрович. Ой!
вновь и весна из дальних странствий к нам возвратилась вновь. Словно девчонки в платьях бальных яблони вышли в ночь. Вот и опять они нарядны, верят они, что счастье рядом, снова надежда, сердца их полны. И не зима Авдей. В просторах наших, то в небесах крылами машет. Ты что ли? Белая лебедь. Ты где пропадаешь? Иди домой. Подруга весны. Не сердись, мам. Завтра никуда не пойду. С вечера лягу, вот увидишь. Да ладно, мам. Час ночи тебя нет, 2 часа нет. А тебе ведь в армии на днях, моя эта красота. Отец приходил. Приходил. Но это уж не твоя печаль, забота. Моя. Увижу его здесь, убью. Так и передай ему. А ты с меня начинай. Прости, мам. Прости меня. Да неужто, Дивеевна? Присушила. Правда, говорю, присушила. От молодой жены раскрасавец к ней бегает. И все курит. В доме паня дыхнуть нечем. А, Господи. А похудел, на чем только штаны держатся. А Наденка что? У ней все права на Авдея. И бумага с печатью имеется из ЗАГСа. А он к той шастает. Переживания. Ох, дождется она. Доведет меня до крайности, в сельсовет заявлю. Не стыдно, Матрёна Дивеевна, пустое болтать? А ты бы не послушала чужих речей, бесстыдница. Глазищем-то не бровь, не боюсь. Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом 20-й век прокралась ты? На ворожи, лиху беду мне, возникла ты средь бела дня, и понял я, что ты колдунья, и что пропал навеки я. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, идите-ка сюда. Чего, тетя Матрён? Да вас, милые, судить надо. Да за что же? За радиохулиганствие, вот за что. От этой вашей гыркалки никакого покоя нет. Ушла на пенсию, приехала к племяннице. Вот, думаю, отдохну на этой красоте. А тут все ночи гыр-гыр-гыр, и днем опять тоже. Так воскресенье, тетя Матрёна, выходной. Вот и отдыхали бы, коли выходной. А мы что делаем? Небось, с девчатом навострились. Навострились. А чего же вы попки-то повыставляли? Штаны в обтяжку, все как есть выпирает. И куда военкомат смотрит, давно бы в армию лоботрясов. Ребята! Ребят! Давай, безводная! А что там? Светку Егорову засватали! Ах, потеряли еще одну ухажерочку! Поехали! Вперед! Потому что это колдовство, задние глаза тебя сожгли!
потому что это колдовство. Наш-то еще орел. Что ж, солдаты, в добрый путь. Деда, можно пешком, топором пойдем? А чё ж нельзя, время съесть. Ребята, поезжайте вперед. Смотри, Филипп, не посрами нашей фамилии. Пошли домой. Запрещаю тебе я! Я на этой тропочке стоптал свои подметочки, только новые подбил, кто-то милочку отбил! Улыбнись, улыбнись, улыбнись еще раз, не забуду твоих песен, не забуду твоих глаз. Над обрывом мы стояли, голова кружилась, пока звездочки считали, тут я и влюбилась. Дай без горочки спуститься, дай без греченьки пройти, дай без миленьким проститься, ему в армию идти! У залетки глазки серы, брови черноватые, он завлек, а я влюбилась, оба виноватые. Раньше речка не бежала, а теперь закапала. Раньше Милка не любила, а теперь заплакала. Чапила окно раскрыла, ветеринка дунула. Думаешь, я тебя любила, я и не подумала. Или мать постелюшку, последнюю неделюшку, а пройдет неделюшка, наденем мы шинелюшки. После, 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 любовь, я тебя не знала, сколько раз меня любовь плакать заставляла. Не плачь, будут и у тебя сыны. Голову кружит.
Напишите замечание водителю. Что такое? Ну что ж ты, угрюм, тебе не трактор. Смелее давай. А ну еще раз заходи. Ты угрюмо. Пойду я. Ну что, издеваешься? Да ладно. Курсант угрюмо, встань! Ира! Ру! Гом! Еще раз посмотреть трассу. Бегом! Повнимательнее посмотри. Чья машина? Моя. И долго это будет продолжаться? Поменяйте водителя. Товарищ подполковник, он возьмет ров. Посмотрим. Теперь еще раз можно. Насчет трактора вы верно заметили, товарищ инструктор. Сижу я на этой машине, а мне все кажется, что я на тракторе землю пашу. Пускайте следующую роту. Вторая рота. Вперед! Отлегло. Чего сполошилась, дочка? Где только я не была, у кого только я не спрашивала, да ты погляди на себя, ведь закоченел весь. Ты что, сдурела? Ой, Бородой, быстрее!
Филипп, он с Дальнего Востока поздравил, а ты опять забыл. Что я забыл? Хорош, нечего сказать. Мама, небось, подарка ждет, а он тут снег вымеряет. Да какие подарки, что ты мелешь-то? С праздником тебя, бать, с нашим женским. Мать честная, неужели сегодня 8? С самого утра. Мы с мамой все наготовили, а кавалера нашего все нет и нет. Вот я и кинулась. Забыл, дочка, ей-богу, забыл. Поздравляю тебя, поздравляю. А перед матерью ты за меня заступись. Не до праздника мне нынче, видишь, снежку-то маловато, как весной меня обсохли. Ничего, бать, еще насыплет. Ну, вороной, давай! Ну! Говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночка, каталась я не с тем. Ах, зачем я в полюшке повстречала Колюшку? Ах, мамочка, зачем? Шила платье белое и завивку делала, от любви кружилась голова. Но подружка Зиночка перешла тропиночку. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем на кросике улыбнулась Костеньке? Ах, мамочка, зачем? Были ночи с ливнями, были ночи длинные, а потом западала листва. И осенним вечером городской встретил он. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем Сереженька села под березонькой? Ах, мамочка, зачем? В узком магазине я покупала синие и платок зеленый, как трава. Ставила в пешанишки и топила банюшку. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем под яблонькой целовалась Яшенькой? Ах, мамочка, зачем? Говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Только из ленинга, только из ленинга. Ах, зачем, зачем, зачем? Ты это сдал. Что делать будем, механик? Так и посевную сорвать можем. Ты куда глядел? В лотерейную таблицу. На легковой мечтает кататься. У Тихона вон трактора работает. У Тихона всегда все работает. А тебя самого ремонтировать надо, на ветру качаешься. Наденка своего не упустит. Всю зиму проволанул себе забот, а теперь дитё вон слезы проливает. Да замолчи ты, куклу, не рви душу! Тихон! Хорошие заработки председатель будут у нас в этом году. Я и так, я и сяк, но не идет он, Леонтий Сидорович, знай, трясется, трясется, как припадок. А ты вылазь из кабины, ты не барыня, да помоги вон мужику. Тихон! Это что ж, всегда так. Раз на раз, моя эта красота, ну и правда, сколько можно их ремонтировать? Уже все латаны, перелатаны. А новые где же? Чего захотела, уж 2 года на обещаниях, Паша. Другие же получают, дай-ка мне ключи. Получают. У кого глотка покрепче. Да кто Феченкова к стенке припрет. А мы все в очереди. Сидорович выкинет. Что ж ты, Феченко, сам себе царь? Царь не царь, а заведующий сельхозтехники. Вот уж наказание Господне. Каждый год умасливаешь, Павел Фомич. Вы же обещали, Павел Фомич, не забудь. А он уставит на тебя свои глазёшки бирюзовые.
И все пот с лица платочком обтирает. Ты что ж, Павлушка, что ли, в цари вышел? Какой еще Павлушка? Я тебе про Феченкова говорю, про Палфомича. Маш, погляди-ка, нашла бумаги. Это какая? Занимайте доктора, девчата. А как же Феченков? Вот он у меня где теперь, твой Феченков. Правда? Быстро, быстро, Нина. Вот, смотри. Как это? Да откуда ж ты взялась? Да как даже ты приехала, Маш? Все тебе расскажи. И что ж теперь будет? О чем вы, Павлуша? Павел Фомич, подпишите же. Павел Фомич, больше часа жду. Исчезни. И что же теперь будет, Маш? Что будет, Павлуша? С кем? Со мной. С нами, то есть. Вы не замужем? Нет. Это уже лучше. Что лучше? С вас я к вам буду, Марья Сергеевна. Вы разве холостой? Все неверные попадаются. Вот уж не думала, Павел Фомич, что помните меня. Кого ж мне помнить? Поаккуратней. А вот и сваха. Феня, пойди-ка сюда. Вот Павел Фомич свататься ко мне надумал. Да, Федосья Леонидовна, прошу вас, посватайте ее за меня. Моя ты красота. Не подходите вы ей, Павел Фомич? Как это? Неверный вы, Павел Фомич, мужчина. Несерьезный, слова своего не держите. Кто неверный? Как это? Вы, Павел Фомич, меня уж 2 года насвоите. Все посылу да посылу, моя ты красота. Но вы-то тут при чем? Я ж к ней сватаюсь. А я к вам, Павел Фомич. Из года в год улещаю, все своей очереди жду. Какой очереди? Слушайте, что вы обо мне рассказываете-то? Как это у вас все? Не слушаю. За новой техникой, Павел Фомич. В очереди стоим. Все другим отдаете. Да при чем тут техника? У человека, можно сказать, жизнь решается. И у нас тоже жизни нет без этой вот техники. Павел Фомич, подпишите, уже больше часа ждем. После, девушка, после, подождите. Подпишите, девушка волнуется. Все волнуются, всем техника нужна. А у человека, можно сказать, жизнь решается. И у нас тоже решается. До свиданицы, Павлуша. Погоди прощаться, Маша. Спасибо большое, Павел Фомич. Куда это вы все? Как это? Так кто вам разрешил? Все подписано, моя эта красота. И что же теперь будет, Маша? Ищите. Фомич, подпишите. Исчезни. Как это?
Держись, невеста! Держись! Не подходи! Не подходи близко, подруга моя золотая, он там шевелится! Прыгай, лихачка, то сейчас в воду сброшу! Прыгай, говорю! Погоди, снюха! Вовеки не забуду, ты не знаешь, как я воды боюсь. А как же трактор? Сейчас выденем. Садись за меня. Феня, что ты? Феня! Феня! Тише, карасей распугаешь. Девочки! Да что же вы смотрите? Тише вы, тетя Мария! Пол-литру купим, баню растопим. Как ты, Феня? Быстрее, быстрее. Мужики теперь таких не любят. Им чтоб как оса подавай. А, любить-то некого. Авдей, люди говорят. Ты больше людей слушай. Нет, Маш, все. Любила крепко и отрубила накрепко. Гордая ты, Фенюха. Какая есть. Ох, ох, напарилась я. Все косточки стонут. Давай еще по одной. С легким паром, красавица. Мне бы с тобой поговорить, Леонтьевна. У меня от Марии секретов нет. Да и с вами, Матрёна Девёновна, лучше при свидетелях разговаривать. Ох, что верно, то верно. Язык мой, враг мой. Прямо ноженьки не держат. А вы садитесь. Вон и стул рядом. Спасибо. Прямо не знаю, с чего начать. Хоть домой не появляйся. Да что у вас тряслось-то? Только это значит, вы пригнали трактора, он и влетает, что ошпаренный. А я таблицу достала, сижу это у стола, билеты проверяю. Наденка на днях купила. Это что ж, новые, что ли? Новый. На те-то мы выиграли всего 22 рубля да матрас надувной. А Наденка, вишу, прямая, от своего не отступится. Чего задумала, из-под земли достанешь. Шустрая она у вас. Шустрее некуда, а тетка расхлебывай. Так я и говорю, влетает это вон, да как гаркнет на весь дом. Там люди тонут, а тут глазище белый. Я так к стулу и припеклась. А он билеты эти схватил, да все их в печку и шваркнул. И зачем я ту печь растопила?
Ты вот смеешься. Они ведь 300 рубликов стоят. Что я Наденке скажу, как спросят? У нее ведь каждая копейка на счету. Не зря курс кончала. Вот возьмите. Спасибо тебе. И низкий поклон от старухи. Кому рассказать не поверят. Вы уж и правда, Матрёна Дивеевна, про это молчок. Что ты, Леонтьевна? Что ты? Голова кругом идет. И зачем я ту печь растопила? Погляди, Маш, красотища какая. Не говори, дышу, не надышусь, и курить бросила. Может, другой такой планеты и нет во всей Вселенной. С таким вот полем, лесом, речкой нашей. Не говори. Ты посмотри, как все к жизни тянется. Каждая травиночка и земля. Какая она теплая да ласковая. Не говори. А ее бомбами рвут. Зельем разным травят красоту эту. По Филиппу тоскуешь? Куда ни гляну, все его вижу. Потерпи, через год вернется. Скорее бы уж. О, размечтались мы с тобой. А солнце вон уже где. Пошли скорее на стан. Чего это ты вздумала? Неужто в обход идти? Сейчас протоку переплывем, тут вон и стан. Раздевайся, раздевайся. Я боюсь. Ты ж плавала. Плавала на тот свет 4 года назад. Чего? Черту подводила. Из-за него, что ли? А из-за кого же? Моя ты красота. Поплыли, поплыли. Я в обход. Так заикой станешь. Испугался. А это что? А кто же ее не пьет? Разве что сова. Да и то потому, что днем ни черта не видит, а ночью магазин закрыт. И не стыдно тебе с утра-то? 3 дня говел, маковой росинки во рту не было. Не боись? Спрятал трешник потайной карман. Куда там? Это же жена. Это ж сыщик. Ураганом прошлась по штанам, все очистил. Хоть бы ее запретили совсем. Говорят, такой закон выйдет. Но нет. За водку я спокойный. На своем долгом веку испытала она много гонений. Над эту только крепчала. Раз тебя переспоришь, пошли на стан. Проверим там все. Моя бригада к жатве готова. А я еще посижу. Может, Судаков на уху надергаю. Федосия Леонтьевна! Ну как, Нина? Нравятся новые комбайны? Ой, не говорите, прямо руки чешутся. Скорее бы начинать. Все же страшновато в первый раз-то.
А ты не волнуйся. Пойди книжку почитай. Что ж ты в хорошем платье по комбайну лазишь? Ай. Сейчас отдыхайте, девчата, а после обеда сядем и распланируем каждый час. Мой-то целую неделю около тракторов со в день крутился. А нынче с утра сигану на речку беззаботно. Не как гости к нам. Приехали посмотреть боевую готовность. Вся техника на ходу. Да вроде все путем, каждый винтик проверили. И с горючим все нормально, только погода не подвела. Прогноз пока хорош. Леонтий Сидорович, можно на минутку? Привет. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Не прогоните? До конца жатвы не отпустим, Григорий Петрович. Как девчата? Это можно. Они еще молодые. Матери бы постыдись. Спасибо вам за комбайны, Григорий Петрович. Спасибо. Нравится? Спасибо большое. Очень нравится. И вам спасибо, Павел Фомич. Ну, где же она? Сейчас придет. Как это у вас все... Стеж! Что же, я рад, что вы довольны новыми комбайнами. Другую технику тоже менять будем. Здрасте. Здрасте. От девчат скажу. Если такие вот машины к нам двинут, мы такое сотворим. И женихов в деревнях прибавится. Ты-то, кукла, люди обдели, говорят, тебе одно на уме. Скажите, мама, глядите хлеба сколько. Аж голова кружится. И убрать его хочется до каждого зернышка. А без машин к нему и подступиться страшно. И откуда что берется? Павел Владимирович, да вы хоть шляпу снимите. Подышите воздухом. Дышу, дышу. Слыхала моя, как словами стреляет? Растет девка. И то правда, урожай нынче неслыханный. Вот они трясутся, от комбайнов не оттащишь. И то верно, когда хлеб в закромах, остальное легче прикладывается. Да, хлеба у вас завидные. Уберете вовремя? Да все вроде в готовности. Завтра начинаем. Григорий Петрович. Что такое? Об тракторах похлопочите перед учеными. Они хоть и новые, а если говорить опять же по-научному, морально устарели. Как это? Как это морально устарели? Они еще поработают. Откуда у вас только такие слова берутся, Федосья Леонидовна? Их теперь только глухой не слышит. Надо, надо менять технику. И не спорьте, Павел Фомич. Чего это у вас крутило-то? Вот это радость! Здравствуйте, гостечки дорогие. Здравствуйте. Угощайтесь, товарищ секретарь. Спасибо. Ягода спелая-спелая, в самом соку. Здравствуйте, Павлуша. Здравствуйте. Малину любите? Люблю. Только вот... Вот так вот жизнь сложилась. Ребята, идите сюда. Угощайтесь, Павлуша. Спасибо. Что это делается-то? Какая вы, мама, неужто не понимаете? Павел Фомич. А как насчет запасных частей? Я эти ваши эскимо знаю. У человека, можно сказать, жизнь решается. Маш, приглашай всех. О, моя ты красота! Thank you.
Начинайте. Феня. Что ты? Что тебе? Запутался я, Феня, в конец. Как слепой по земле хожу, ничто мне не в радость. Все радости ищешь. Всю жизнь ни с кем не считался. Жил в свое удовольствие, чем опять не угодили. Задыхаюсь я, Феня, как рыба на берегу. Видно, всему конец приходит. У других людей посмотришь, семья как семья, а я... На пацанов гляжу, а мне все Филипп чудится. Поздно ты о Филиппе вспомнил, моя-то красота. И мою душу не вороши, не ходи ты со мной. Да прости ты меня, за все прости. На руках носить буду, ничем не обижу. Ну, ну что ты молчишь? Ведь одна ты у меня одна. Сколько лет я ждала от тебя этих вот слов.
А теперь они лишние. Можно я с вами, Федосья Леонтьевна? Садись. Гляжу я на звезды эти, а мне все колосье видится. Люди говорят, золото, золото. Раньше я не понимала. А сейчас перед глазами все золотое. Верно, Танек. И в хлебе золото, и в каждом человеке оно есть. Только разглядеть надо. И во мне? И в тебе. Не сидела себе в правлении. Видишь, как руки зашершавели. Ноготки обломились. Может, тебя учетчицей определить? Что вы, Федосья Леонтьевна? Филией кто-то подивится. Скорей бы. Пишет он тебе? Пишет. Ну, вот и хорошо. Осенью вернется, свадьбу сыграем. А, Танек? Полюшке не колышится, сосны напев, где-то слышится. На государственной границе. Прошу подкрепления.
Витя! Витя! Вставай, сынок. Слышишь? Вставай. Моя-то красота. Ты ж только ходить научился. Не творится, бабы. Почернела вся. Весной как встала на ноги, день приди на тракторе до самой вон осени. Гляди, как и девчонки за ней. Моя-то не нух тоньше былинки сделалась. Скажите, мама. Ой, кто это? Кто это? Иностранцы. On a fait, les couleurs sont fantastiques. Venez, venez par ici. Ah, venez, venez. On va prendre des...
Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий Петрович. Кто это? Корреспонденты. Что же нас не предупредили? Мы бы хоть красоту навели. Для меня вы всегда красивы. И они пусть посмотрят, какие вы есть без прикрас. Знакомьтесь, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Let me ride your tractor. Мисс Уоллес просит прокатиться на тракторе. На тракторах не катаются, на них землю пашут. Tractors are not for riding on, they are for plowing. Okay, then. But why are you working on a tractor? Aren't there men enough? Почему работаете на тракторе? Разве у вас не хватает мужчин? А разве это тайна, почему у нас не хватает мужчин? It's not a secret why we don't have men. У вас их погибло меньше. You haven't lost so many. Yes, that's true. C'est possible? Возможно. Mais vous? Товарищ Угрюмова. Вы, мадам Угрюмова. Ces jolies femmes. Une photo. Ces jeunes filles russes. Bonjour. Vous êtes tous des tractoristes? Вы, мадам Угрюмова. Это красивые женщины, эти русские девушки. Вы все трактористки. Разве это женское дело? Была бы наша воля, мы бы всю землю вот этими руками перенянчили. И всех людей накормили. Si cela dépendait de nous, nous aurions remis toute la terre dans nos mains et nourri tous les hommes. Разве это не женское дело? Хлебом накормить детей досыта. N'est-ce pas un travail de femme que de nourrir de pain les enfants? Have you many children? У вас много детей? Много. Сколько не увидите в округе, все мои. All the children you see around you are mine. Wonderful. Мадам любит шутку, это хорошо. What do you want for your children? Что бы вы хотели для своих детей? Чтобы им не мешали жить. To have them live in peace. Пойдемте дальше, господа. Let's go on. Goodbye. Merci, madame. Bonne chance. Au revoir, bonne chance. So long. So long, thanks. Bye. Thanks a lot. Yeah.